Привет! Меня зовут Роман Гершунин. Сегодня я приготовлю очень простую шарлотку. Обычно шарлотка — это какое-то жидкое тесто, в которое кидают яблоки, допустим, все это выливают в форму и запекают. Получается, у каждой хозяйки своя шарлотка. Это справедливо. У меня тоже своя шарлотка, и сейчас я с вами ей поделюсь. Резать яблоки в таком большом миксере красном. Я вот запью сливочное масло и сахар. Яблоки я режу примерно вот так. Это быстрая шарлотка. И вот так вот нарезанные яблоки не успевают стать слишком мягкими. Сейчас 2 яйца. Здесь я замочил в горячей воде изюм минут 15 назад, так чтобы он стал сочным. Этот изюм я смешаю с яблоками. Немножко ванилина, ванильного сахара. Знаете, бывает, у всех случаются проколы. Вот сегодня, например, я был убежден в том, что у меня есть дома мука. И когда я открыл шкаф, выяснилось, что муки там нет. Ну, той муки, которая мне была нужна. А была ржаная мука. И сейчас мы вместе с вами узнаем, можно ли сделать шарлотку из ржаной муки. Вот на этом этапе я замедляю ход миксера и начинаю всыпать муку. Очень важно, что как только мука исчезла, вот как только мы перестали видеть муку, в этот же самый момент блендер нужно установить. Вот тот момент, когда муку уже не видно. Видно только тесто. И тонким слоем нужно накрыть все яблоки. Такой нюанс, что если одним махом вылить тесто в центр, то оно не растечется по шарлотке, а придется его, чтобы оно размазывать. Размазывается оно плохо, ведь оно как бы тянется за лопатой, не размазывается. Немножко смешанной сахара и корица. Что ж, я готов отправить его в печь на 20-30 минут при температуре 108 градусов. Возьмите шарик мороженого, чайную, нет, столовую ложку почему-то, и чашку крепкого чая. И тогда удачный вечер вам обеспечен. Шарлотка или яблочный пай наоборот.